Министерство финансов Беларуси подготовило долгожданный для автомобилистов указ. Дорожный налог отвяжут от техосмотра. Более того, по новому указу госпошлина будет взиматься только за период использования автотранспорта. Нынешняя система вызвала массу нареканий со стороны пенсионеров и тех, кто использует транспорт в определенный сезон, к примеру, мотоцикл. Закладывается принцип «ездишь – платишь, не ездишь – не платишь». То есть гражданин, исходя из планируемого периода участия в дорожном движении, будет самостоятельно выбирать период, в котором он планирует участвовать в дорожном движении. По новому проекту сбор будет уплачиваться по факту, вне зависимости от прохождения техосмотра. Но для любителей колесить весь год в тепле и комфорте тоже есть приятное нововведение. Плату планируется взимать по ставкам, установленным в настоящее время для госпошлины. Вот. Ну и с применением понижающего коэффициента, этого 0,8 при внесении за длительный период. Платеж за месяц, он будет рассчитываться путем деления годовой ставки на 12. То есть 1/12 я должен буду платить за месяц. У нас льготы сохраняются для инвалидов первой и второй группы. Они будут вносить эту плату в размере 50%. Для удобства подключена система ЕРИП. Теперь оплатить госпошлину можно в любое время суток. Для тех, кто привык все делать по старинке, осталась возможность наведаться в любое почтовое отделение или банковскую кассу. Чтобы стимулировать плательщиков к внесению платы за обычный длительный период, предлагается предоставлять им скидку при внесении этого платежа в размере 20%. Эта скидка будет предоставляться в случае единовременного внесения платы за 12 и более месяцев подряд. Белорусы восприняли новость позитивно. Если человек не ездит, значит, он и не платит налог. Если машина у него стоит в гараже, может, он в командировке где-то. Поэтому я поддерживаю. Да. Мне все равно, у меня машина новая, я езжу каждый день, и мне налог приходится платить. Так что, по идее, если отвязали техосмотр, то, наверное, хорошо, те машины, которые стоят в гаражах, они будут стоять бесплатно. Поменьше пробок на дорогах и удачи за рулем вам желают Валерия Борисевич и Андрей Иваненко. Новое утро.